Самые богатые знаки зодиака. Денежный рейтинг. Многие мечтают разбогатеть благодаря выигрышу, наследству или упорному труду, а кому-то суждено родиться под счастливой звездой. Какие знаки зодиака наиболее успешны в вопросах денег? Какой самый богатый знак зодиака? Наиболее богатым и успешным в плане карьеры и финансов считается Дева, знак стихии Земли, воплощение прагматизма, аскетизма и скромности. Дева не транжирит, не раздает, не спускает деньги на удовольствие, а грамотно распоряжается ими. Какой знак зодиака у миллионеров? Считают, что именно девы чаще всего становятся миллионерами, так как не склонны к опрометчивым поступкам, интуитивно чувствуют ситуацию и не рискуют зря. Скорпион. Они умны, хитры, обаятельны и убедительны, поэтому умеют красиво продать свой продукт и личный бренд. Скорпионы любят деньги, комфорт и роскошь. Если поставили перед собой задачу стать богатым, никто и ничто не помешает им сделать это. Козерог. Все представители стихии Земля умеют зарабатывать и накапливать. Козерог – самый сильный знак зодиака, не стал исключением. Основатель Amazon Джефф Безос – известный богатый козерог. Он совершал ошибки, но ум, уважение к деньгам и упорство не позволили ему разориться. Козероги всегда ищут способы разбогатеть, тратя средства на обучение новым навыкам, но не раздают свои средства и не покупают ерунду. Овен – бесстрашный и необузданный Овен не боится рисковать. Считается, что к финансовому успеху Овна подстегивает конкуренция. Активные и целеустремленные, как царь Мидас, они все вокруг превращают в деньги, умело формируют команду, заставляя других работать на себя не давлением, а щедростью и добротой. Раки. В вопросах денег они проявляют цепкость, скрытность и упорство. Раки умеют зарабатывать даже там, где других ждет провал. Личные неудачи переживают тяжело, потому осторожны и все просчитывают. Любую прибыль тащат в дом и редко делятся заработками с кем-то, кроме членов своей семьи. Накапливают, приумножают, умудряются не потерять ни цента, беспокоятся о завтрашнем дне, боятся бедности, планируют бюджет и редко позволяют себе лишнее. Лев. Царственные львы обожают пустить пыль в глаза, поэтому любят деньги и роскошь. Красивая одежда, аксессуары, парфюм, авто и квартира, полная предметов искусства – это то, без чего представитель стихии огня не мыслит своего существования. Сытая жизнь не развращает, а подстегивает его к успеху. Лев вращается в элитных кругах, завязывая нужные знакомства. Многие успешные проекты реализуют чужими руками. Телец. Любой представитель этого знака не выпячивает богатство, но с удовольствием им пользуется. Приличный капитал, накопленный годами упорного труда, нужен тельцам для личного комфорта. Они довольно амбициозны, любят восторг и похвалы. Близнецы. Как только в распоряжении близнецов оказывается крупная сумма денег, они немедленно ее тратят. С трудом создают накопления, так как стремятся жить здесь и сейчас, а не откладывать счастье на потом. Они любимчики фортуны, что позволяет им сорвать куш в лотерее, придумать новый продукт или вложить средства в акции с растущей ценой. Весы часто выбирают творческие профессии, так как тонко чувствуют красоту. Этим творческим людям нужен надежный партнер, умеющий поддержать и направить в сфере финансов. Рыбы далеки от богатства. Для них важнее духовная составляющая жизни. Даже если Вселенная преподносит подарок в виде шанса крупного заработка, они медлят с выбором или в упор не видят возможностей. Получая доступ к финансам семьи, рыбы часто их проматывают. Потом долго винят себя в этом, но вновь повторяют те же ошибки. Исключением станут те, кто вступил в удачное деловое партнерство. Водолей. Воздушный знак далек от мысли о богатстве. Его больше интересует вселенская справедливость, невероятные открытия, приключения и новые знакомства. На себя и друзей Водолей может спустить целое состояние. Ему проще вступить в брак по расчету, чем заработать самому. Стрелец. Какой самый щедрый знак зодиака? Это Стрелец. Судьба добра к огненному знаку, а он неорганизован и небрежен, обожает быть в центре внимания, получать яркие эмоции. На это и уходят деньги Стрельца. Среди самых богатых людей мира Стрельцов
Нет, зато среди них есть успешные актеры, режиссеры, политики и музыканты. Рейтинг самых богатых знаков зодиака раскрывает тайны их способностей и к зарабатыванию и накоплению финансов. Те, кто стремится к комфортной жизни, должны обратить внимание на астрологический денежный потенциал партнера по браку и бизнесу, а также раскрыть его в себе.